Может, мне стоит пойти поспать? Но, если честно, спать я боюсь. А просыпаться еще больше. Страх перед огромным белым днем. Такое чувство, будто бы он раздавит меня своим гигантским светом. К тому же, мое первое утро будет утром понедельника. А понедельник всегда огромный. Хотя спать собираюсь при свете. В темноте все-таки будет плохо. Но этот цвет искусственный и желтый. Такой меня совсем не пугает. А вот такой понедельничный, белый, естественный, как в раю, это страх. Какое чувство. Он мне все про все осветит и покажет. Но главное, что я даже не смогу встать часа в 4 дня, чтобы он поскорее закончился. Встать мне нужно в 9. Встать и поехать в метро. Приеду домой и буду сидеть. Quiet. Музыку я слушать тоже боюсь. Она может слишком затронуть то, чего не стоило бы. Есть не буду. Не хочется. В состоянии. Совсем. Совсем. Телефона у меня тоже нет. Так что ждать мне тоже нечего. Ждать мне тоже ничего не придется. Это, пожалуй, к лучшему. В комнате у меня дикий бардак. Дождь. Я лучше уберу. Пустота должна быть чистой. А пустота должна быть. Потому что всегда должно быть то, что нужно запомнить. Никаких расспросов по поводу каких-нибудь бытовых вещей. Я сразу начну раздражаться и грубить. Может быть, почитаю. Слава богу, я уже давно начала читать одну книгу, и она меня пока держит. Начать новую я бы была не в состоянии. Был бы дождь, но будет солнце и голоса с улицы, шум бегущих детей. Плакать, скорее всего, не буду. Не получается. Буду сидеть, не ждать. Просто посижу.